Добрый вечер. Вы смотрите новости на телеканале Оствест. С вами Антон Трегуб. В Бундестаге на альтернативу для Германии работают более сотни правых экстремистов. К такому выводу пришли журналисты издания Bayerische Rundfunk. Среди членов парламентской группы и сотрудников парламента есть люди, имена которых упоминаются в сводках ведомства по защите Конституции, а также члены организации, которые признаны правоэкстремистскими. Есть даже те, кто участвовал в маршах неонацистов. Правых экстремистов нашли в аппарате лидеров партии АДГ Алис Вайдель и Тина Хрупалы. Во фракции АДГ на запрос журналистов БР ответили, что считают ведомство по защите Конституции предвзятым. В партии добавили, что признание организации или человека правым экстремистом не имеет юридических последствий. Но это не совсем так. Если организацию объявили правоэкстремистской, то ведомство по защите Конституции может начать слежку за ее членами. И как раз сейчас АДГ пытается обжаловать в суде решение ведомства по защите Конституции, которое классифицировало АДГ, ее молодежную организацию «Юнге Альтернатива», как подозреваемых в правом экстремизме. Суд должен вынести вердикт на этой неделе. Тем временем Институт исследования общественного мнения INSA опубликовал итог опроса, который провели в воскресенье. По его результатам поддержка АДГ сократилась на 1%, до 18,5%. Для АДГ это худшее значение воскресного тренда INSA за год. Не лучше обстоят дела и у правящей СДПГ. Партия канцлера набрала всего лишь 14,5%. Глава INSA Герман Бинкерт объясняет такой уровень поддержки социалистов низким персональным рейтингом Олафа Шольца. Ни у одного политика в рейтинге нет такого количества респондентов, которые им недовольны – 55%. Похоже, Олаф Шольц превратил канцлерскую премию в канцлерский штраф. Термин «канцлерская премия» возник в годы правления Ангелы Меркель. У нее был настолько высокий рейтинг, что она как бы делилась им со своей партией – ХДС. Сейчас с Олафом Шольцем и СДПГ сложилась ровно противоположная ситуация. А вот ХДС в вопросе лидирует. За христианских демократов готовы проголосовать почти 31% опрошенных. Партия вот уже почти два года стабильно пользуется наибольшей популярностью среди избирателей. Бинкерт видит в этом в том числе заслугу лидера ХДС Фридриха Мерца. Самый низкий рейтинг у партии Die Linke. Ее уровень поддержки вырос до 3,5%. Но этого все равно слишком мало, чтобы оказаться в Бундестаге. Для попадания в немецкий парламент нужно получить минимум 5% голосов избирателей. В деле о прослушке офицеров Бундесвера российской разведкой появились новые подробности. Министр обороны Борис Писториус заявил, что командующий Люфтваффе, генерал Инго Герхардс, во время того самого разговора случайно позвонил третьему лицу. По словам Писториуса, речь не идет об еще одной утечке. Тем не менее, министр обороны подчеркнул, что о последствиях для участников скандала можно будет говорить только после окончания расследования. Напомню, что в ходе того разговора обсуждалась передача Украине немецких ракет «Таурус» и возможность удара ими по Крымскому мосту. С тех пор Шольц несколько раз говорил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты «Таурус», поскольку в Берлине хотят избежать эскалации. Накануне Шольц заявил, что не воспользуется предложением британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона, который предложил поставить немецкие ракеты Лондону, чтобы уже Лондон мог поставить больше своих ракет Украине. И поэтому я сказал, что не считаю передачу ракет «Таурус» Украине оправданной, как прямую, так и косвенную. Мы должны быть предельно четкими в этом вопросе. Моя задача — быть честным и точным и не создавать обманчивых ожиданий. Но в Москве продолжают обвинять Германию в провоцировании Третьей мировой войны. Спикер российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума приняла обращение к Бундестагу с требованием провести расследование и, цитата, «не допустить действий, втягивающих страну в вооруженный конфликт на стороне нацистского украинского режима». Уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгель из партии СДПГ представила свой ежегодный доклад о положении дел в немецкой армии. Подробности смотрите в сюжете моей коллеги Валерии Добральской. 170 страниц, на которых отражено состояние дел немецких вооруженных сил два года спустя смены эпох, Zeitenwende, которая началась с войной в Украине. Здесь, если не все, то практически все. От недостатка вооружения и инфраструктуры до харассмента и правоэкстремистских происшествий. Фокус, однако, как и в прошлом году, на трех основных темах. Инфраструктура, снабжение, личный состав. —
У Бундесвера все еще слишком мало всего. Не хватает боеприпасов, запасных частей, раций, танков, кораблей и самолетов. Но, дамы и господа, прогресс налицо. Бундестаг одобрил траты в размере 47 миллиардов 7 миллионов евро. 20 из них из специального фонда. 2/3 средств из специального фонда уже потрачены. И я вижу сияющие глаза солдат из-за улучшения ситуации с личным и защитным снаряжением, военной формой. Это правильно потраченные деньги. Слишком много времени уходит на строительство и реконструкцию. Нам по-прежнему требуются инвестиции в размере 50 миллиардов евро. Речь идет о примерно 7 тысячах строительных проектов. Это казармы, столовые, спортивные залы, склады для боеприпасов. Что касается персонала, у меня нет хороших новостей. Бундесвер стареет и численно уменьшается. В 2023 году в нем служило даже меньше людей, чем в 2022, примерно на 1500. И 20% из тех, кто поступил на службу, снова уволились. Но решать эту насущную проблему надеются не за счет ввода обязательного призыва. И министр, и уполномоченная выступают за шведскую модель, по которой и юноши, и девушки получают приглашение на вступительную комиссию, но приглашение служить в армии получают только те, кто готов к этому и действительно этого хочет. Никто не хочет возвращения обязательной военной службы, которая была отменена в 2011 году. Это не соответствовало бы духу времени. Но нам нужна современная концепция. Например, социальный год в социальной, культурной или экологической сфере. И для тех, кто хочет, в бундесвере. И не только юноши, но и девушки должны получить такую возможность. Ева Хёгель – связующее звено между солдатами бундесвера и депутатами. Именно к ней военные обращаются со всевозможными жалобами и через нее доносят свои позиции в Бундестаг. Мало кто в немецкой политике так хорошо знаком с ситуацией в армии. В этом году Хёгель провела с военнослужащими 132 дня. Была в Мали, Литве, Франции, США и, конечно, там, где в Германии обучают солдат из Украины. По поводу поддержки Украины, Бундесвер уже 2 года делает экстраординарное. Мы отправляем снабжение в Украину, и это приводит к тому, что у самого Бундесвера остается еще меньше. А у него и так всего слишком мало. Около 10 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Германии. Массированное присутствие на восточном фланге НАТО с 24 февраля 2022 года – это огромный вызов. Конечно, самое болезненное для солдат – это передача крупной техники. Но я повторюсь, солдаты, которых это касается, не жалуются. Они считают это правильным и важным. Но представьте солдат, который служит в бронетанковом батальоне, который только что передал свои леопарды для боев в Украине. Или в артиллерии, и у них больше нет самоходной гаубицы. То это больно, потому что это снижает или даже ставит под угрозу собственную боевую готовность. Все наши солдаты, и я ни разу в этом не засомневалась, считают, что поддерживать Украину – это часть их миссии, даже если это приводит к пробелам в их снабжении. Можете описать, какое настроение в Бундесвере по поводу того, стоит ли предоставлять Украине крылатые ракеты «Таурус»? Эта тема не возникает в моих разговорах с солдатами. Мы не обсуждаем поставки «Тауруса», да или нет, потому что солдаты прекрасно знают, что этот вопрос не решается за моим рабочим столом. Вывод. За 2 года смены эпох уже произошло много позитивных изменений. Но главная цель – полностью боеспособный Бундесвер – еще не достигнута. Уже в июле Евросоюз может передать Украине первую прибыль от замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Financial Times. Речь идет о прибыли со 190 миллиардов евро российских активов, которые были заблокированы после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время активы принесли прибыль в размере почти 4 миллиардов евро. Напомню, что общая сумма заблокированных на Западе российских активов составляет около 300 миллиардов евро. США и страны Европы давно разрабатывают механизм передачи этих денег Украине, но опасаются, что таким образом поставят под сомнение надежность западной финансовой системы. Тем временем Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС. Страна подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 2016 году.
За эти годы мы изменили подход к региону. Мы поняли, что недостаточно просто ждать, когда Западные Балканы станут ближе к нам. Недостаточно просто сказать, что дверь открыта. Мы также должны взять на себя ответственность и всячески поддерживать их путь к нашему союзу. И сейчас будут хорошие новости. Мы примем решение рекомендовать Союзу Европы открыть переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Послание, исходящее от Боснии и Герцеговины, ясно. И наше послание тоже должно быть ясным. Будущее Боснии и Герцеговины в нашем союзе. Украина сможет перехватить инициативу на фронте, если США примут пакет военной помощи Киеву. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на заседании Комитета Сената по разведке. По нашей оценке, с принятием пакета помощи Украина сможет держать фронт до начала 2025 года. Украина сможет и дальше наносить урон России. Не только проникающими ударами в Крыму, но и Черноморскому флоту России. Они разовьют успех, которого они уже достигли. За последние полгода они потопили 15 российских кораблей. Другими словами, к началу 2025 года с пакетом помощи Украина сможет перехватить инициативу на фронте и поставить себя в сильную позицию для ведения переговоров. Без американской помощи, я считаю, Украину ждет гораздо более мрачное будущее. В 2024 году Украина утратит позиции, потеряет значительные территории. В битве за Авдеевку украинцы были вынуждены отступить. И без пакета помощи в 2024 году вы увидите много таких Авдеевок. Тем временем в Киеве один из самых популярных профессиональных футбольных клубов Украины, обладатель Кубка УЕФА, Донецкий Шахтер, клуб не играет в Донецке после 2014 года, создал команду по парафутболу. Играют бывшие солдаты, получившие ранения на фронте. Цель проекта – помочь им в реабилитации. Пока что в состав команды вошли 15 игроков, потерявших конечности в войне против России. Военным с ампутацией, чтобы было чем себя развлечь, чтобы забыть про войну, немного отвлечься от всего этого, надо чем-то заниматься, например, футболом. Я был тогда без свідомості. Я был тогда без сознания, когда меня ранили. Я потерял очень много крови, больше 2 литров. Какие ощущения? Я пришел в себя и смотрю такой, рукой провожу, нет ноги. Потом я опять вырубился. Потом, когда я пришел в себя, до меня стало доходить, что и как. Конечно, я сначала расстроился. Ноги нет, а мне всего 21 год. Было немного грустно, но потом я пораскинул мозгами, и все стало хорошо. Потом развеялся думками, и все добре стало. Сегодня на один день активные военные действия переместились на территорию России. В разных регионах РФ горели заводы, а диверсионные группы россиян, которые сражаются на стороне Украины, прорвались через границу России. Бойцы зашли на территорию Курской и Белгородской областей с бронетехникой и минометами. Им противостояли российские солдаты и спецназ ФСБ. Российские и украинские источники сообщают, что речь идет о Легионе Свободы России, Сибирском батальоне и РДК, Русском добровольческом корпусе. Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что противник пытался прорваться в поселок Теткино. Был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось, заявил Старовойт. Легион опубликовал видео уничтожения российской бронемашины в центре населенного пункта. Русский добровольческий корпус заявил, что им якобы удалось обратить в бегство российских солдат и взять Теткино под контроль. В качестве подтверждения представители корпуса опубликовали запись с камеры беспилотника. В соцсетях появилось видео танков и пехоты в Грайворонском округе соседней Белгородской области. Над бронетехникой на видео развивался флаг Легиона Свободы России. Члены Легиона приурочили атаку грядущим выборам президента России. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на волеизъявление. И наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Новоогарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас.
В рейде участвовали и бойцы сибирского батальона. Они тоже говорили о выборах. Не голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром. Ночью, перед рейдом, дроны ВСУ атаковали 9 российских регионов. Сильнее всего пострадали топливные объекты в Нижегородской и Орловской областях. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Нижним Новгородом тушили весь день. Этот завод – один из крупнейших в России и принадлежит компании «Лукойл». По информации источников Reuters, на этом производстве в результате атаки была повреждена крупнейшая установка, которая обеспечивает больше 50% производства завода. И после атаки установка прекратила работу. А в Белгороде беспилотник врезался в здание мэрии города. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в здании выбиты окна и поврежден фасад. Пострадали 2 человека. Тем временем в Ивановской области упал российский транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ причиной крушения самолета назвали пожар одного из двигателей при взлете. На борту находились 16 человек, все они погибли. Силовики пришли с обысками к художникам и акционистам в 5 городах России. Проект «Сетевые свободы» сообщает, что обыски могут быть связаны с уголовным делом участника арт-группы «Pussy Riot» и бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Правозащитники уточнили, что сотрудники ФСБ обыскали и квартиру матери Верзилова Елены. Некоторых художников допросили, после чего их отпустили на свободу. Во время допросов стало известно, что на Верзилова завели дело о госизмене. Сам он не живет в России с 2020-го, а в прошлом году в интервью журналисту Юрию Дудю Верзилов сообщил, что вступил в ряды ВСУ. Далеко не все задержанные были знакомы с Петром Верзиловым и группой «Pussy Riot». Правозащитный проект «Первый отдел» предполагает, что следственные действия связаны с выборами президента РФ. Якобы спецслужбы занимаются профилактикой художников и акционистов, которые занимаются политическим и социальным искусством. В Нойкёльне подросток разбил несколько автомобилей, уходя от погони полиции. Как сообщает издание БЦ, вечером в понедельник полиция хотела проверить взятый в аренду автомобиль. Сидящий за рулем 14-летний подросток нажал на газ и попытался скрыться. Преследуя его, полицейские проехали половину Нойкёльна. Погоня внезапно закончилась на углу улиц Эльзенштрассе и Киль-Уфер, где подросток врезался в автомобиль Toyota, протаранил несколько столбиков, въехал в кабриолет BMW и столкнул между собой еще несколько автомобилей. В результате аварии 59-летний мужчина, находившийся за рулем Toyota, получил легкие травмы. Всего было повреждено 7 автомобилей. Сообщается, что молодой человек уже известен полиции и должен быть оформлен как серьезный преступник. В отношении юноши ведется расследование. И последняя новость на сегодня. Профсоюз «Верди» призвал к новым забастовкам работников сектора авиационной безопасности. Забастовки пройдут в четверг в Кёльне, Берлине, Гамбурге и Штутгарте. На этом я с вами прощаюсь. Завтра о главных событиях дня вам расскажет мой коллега Константин Хакиталь. Желаю вам хорошего вечера!